Завершился конкурс перевозчиков на междугородние и пригородные маршруты в пределах области. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. В конце августа члены конкурсной комиссии вскрыли конверты номер один, в которых участники конкурса предоставили всю необходимую документацию, а также собственные данные. Далее последовала проверка подлинности предоставленных данных, определение состояния и категории комфортности автомобилей, а также наличие транспорта, приспособленного для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями. Объявлены конкурсы на 53 объекта, 82 маршрута. Приняты документы на участие в конкурсах. 18 пар конвертов от 9 перевозчиков. По результатам открытых конвертов установлено, что из 53 объектов перевозчиками поданы документы на 16 объектов, не поданы документы на 37 объектов. По результатам проверок один из конкурсантов был снят. Далее в ходе закрытого голосования определили победителей на каждом из маршрутов. А что до 37 объектов, которыми перевозчики не заинтересовались, то по ним будет проведен дополнительный конкурс.